тёлка пиздит. Что может сказать тёлка, блядь? Она же пиздит полную хуету. Это же вам все говорят, это же все знают, что тёлка пиздит полную хуету. И тёлку никогда никто не слушает, блядь. Потому что она пиздит и пиздит, пиздит и пиздит без конца, блядь. Ну вот вопрос. Почему ты слушаешь тёлку? Потому что ты сейчас вообще нихуя не понимаешь, что я тебе говорю. Это иллюзия, что ты понимаешь. Ты вот слушаешь, да? И ты думаешь, я понимаю, что она мне говорит. Но когда я закончу говорить, щелкну пальцем, ты забудешь. Чё ж она говорила-то, блядь? Вот тут и надо уже, блядь, про. О, нихуя, вот где нужно строить ассоциацию. Ну окей. Строить ассоциацию. Хорошо, блядь. Хорошо, блядь. Ассоциацию как? Просто сказать, да? При щелчке. Машину. Ты строишь образ машины? Возможно. Вот. Вот оно идеальное равновесие. Когда я делаю то, что... Когда я естественно образом что-то делаю, да? И у меня получается все. Без его помощи, но при этом он присутствует тут. Я пизжу, он молчит, но все-таки мы вместе. О май гад, о май факин гад. You're my fucking god. Да, свет, солнце. Солнце, яркий свет. Что? Мы остановились на том, чтобы по щелчку пальцев я могла сделать машину себе. Как это сделать? Я так себе и не вживила в мозг это. Знаю, что сейчас делать. Слушай меня, короче. Слушай меня. О, где тут я буду самозомбироваться, наверное. Мне нужно контакт глаза в глаза. И потом пересмотреть. Как интересно лучше. Туда смотреть или сюда смотреть. Глазной контакт. И я постоянно смотрю куда-то, вот туда. А может быть это означает, знаешь, такой самозомбирующий эффект. Она куда-то смотрит. Она смотрит дальше. Я тоже хочу посмотреть, куда она смотрит. Я хочу думать, как она видит то, что она видит. Видеть ее глазами. Почему она не смотрит на меня? Миша, привет. Почему я на тебя не смотрю? Почему я не смотрю? Потому что я тебя очень сильно люблю. Что, не канает, да? Уже не канает, не трогает. Почему она на меня не смотрит? Я ей не нравлюсь. Почему она на меня не смотрит? Потому что я боюсь, чтобы она на меня смотрела. Но я хочу этого. Ой, я устала пиздеть, Миша.
устала с твоей хуйней разбираться. Почему она меня не трахает? Почему она, блядь, не... Почему она меня не смотрит? Почему она дрочит с компьютера, а не со мной? Бля-бля-бля. Чучер. Заебалась. Ты мне выебал мозг уже. Ты мне весь мозг выебал. Это не я тебе мозг выебал. Это ты мне мозг выебал. Ты мне его сожрал, блядь. Полностью. Ты не думал, что я настолько ебанутая? Да, я настолько ебанутая, даже больше. Теперь я боюсь, что ты это увидишь. Я боюсь, что ты это все нахуй увидишь. И охуеешь. Я боюсь, что ты охуеешь, но я так хочу, чтобы ты охуела. Я так хочу, чтобы ты охуела. Просто представить себе этого не можешь, понимаешь? Ты даже не можешь себе представить, что такое возможно. А я тебе показываю, что это возможно. Это возможно. Щелкнуть пальцем, и чтобы появилась машина, ту, которую ты хочешь. Понимаешь? Разве ты еще не научился мне верить? Ты же столько уже подтверждений увидел, что я тебе говорю только лишь правду. Все. Все, что ты видишь, это лишь подтверждение моим словам. Что я не скажу, то исполняется. Сейчас и мгновенно. Времени нет. Мгновенная материализация объектов здесь и сейчас. Машина. 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 Машина в гараже. Машина в гараже. Белый Lexus RX450. Машина в гараже. На заднем багаже, на заднем месте, да хуя бабла, наличных, блядь, и в рублях, и в долларах, нахуй, и в евро, нахуй, и кредитка бесконечная, блядь, чтоб да хуя всего, блядь, было. Вот оно, блядь, средство. Деньги правят миром, блядь. Зачем ты отказался от денег, блядь? Нахуя ты отказался, блядь, от денег? Это же так просто. На деньги ты можешь купить тачку. На деньги ты можешь все, что угодно сделать. На деньги, за деньги ты можешь трахнуть меня. За деньги ты можешь иметь охуенную секретаршу. И евро, которая, помнишь, как появилась? Ты помнишь, как появился этот Lexus, в котором деньги? По щелчку. Деньги появляются по щелчку. Вот так вот легко и просто. Помнишь сказку? Помнишь сказку? Помнишь сказку про... Видишь? Зависание в праве.
когда происходит дежавю, матрица меняется. Когда происходит то, что было, матрица меняется. А изменилось то, что появилось новое правило. Мы вывели новый закон. Когда по щелчку появляются деньги. А деньги что? Это все. Когда по щелчку появляется все. Так вот, помнишь сказочку про про яйцо, в котором, блядь, что-то там, которое, блядь, где-то там, что-то там, блядь. И смысл-то какой сказочки? Ты же знаешь ее. Ну-ка, расскажи мне ее.